В Белой Глине на аллее боевой славы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню военно-морского флота. Сегодня прошло ровно 10 лет с того дня, как на аллее боевой славы установили памятный знак ВМФ. Здравствуйте, товарищи моряки! Право поднять флаг предоставили военнослужащим запаса военно-морского флота. Глава Белоглинского района Олег Ефимов поздравил моряков с праздником. Поздравляю вас с Днем военно-морского флота. Желаю мира, добра, здоровья, благополучия вам, вашим близким. Всем путов надо под килем вам. С праздником вас, дорогие моряки. Глава Белоглинского поселения Александр Слюсаренко и главный старшина запаса ВМФ Андрей Ильющенко пожелали ветеранам благополучия, счастья, здоровья и поздравили с юбилейной датой – 10 лет с момента установки монумента ВМФ. На сегодняшний день, спустя 10 лет, мы достигли той цели, к которой мы шли. Вот эта цель сейчас передо мной лично стоит. Цель была такая, чтобы было место встречи моряков, место общения. Многие даже и не знали, что кто где служил. Вот на этом месте сейчас каждый может увидеть, узнать, задать вопрос, порадоваться. Я хочу отметить ребят, которые жизнедеятельность этого монумента сохранили и приумножили. Это ребята Лысаковы, Владимир, Михаил, Маркосян Самвел, Байдиков Александр, Удовиков Вячеслав. Это наши старожилы, всегда их помните при жизни. Дай Бог им здоровья, долгих лет жизни. И никогда, никогда не забывать таких людей, которые вносят свою душу в это дело. Они продолжают и дают пример, подают пример молодому поколению, которое вот стоит, молодое поколение передо мной и в возрасте с седыми висками. Это многого стоит. С напутственными словами от общественной организации воинов-моряков запаса обратился Михаил Лысаков. Сейчас мы открыли такой же памятник в Павловке. Тоже ребята организовались, сделали рывок такой за один год, поставили, все сделали, все хорошо. Собирайтесь, вы никому ничем не обязаны, это наш праздник, это зов души. Вот что нужно. К вам уже тянутся. Хочу отметить особо. Поздравления пришли с Камчатки, Мурманска, Кронштадта, Каневской, Привольного, Смоленской. Все вас уже знают. Уже вы засветились везде. К вам приехали с других городов. Не ради поездки на море, не ради, будем говорить, такого прибытия, а именно на праздник. С семьями приехали. В честь торжественной даты состоялось торжественное награждение ветеранов и активистов общественной организации моряков запаса. Мне приятно вручить приветственный адрес Коклину Александру Николаевичу. Служу России, Кубани, Белоглинскому району. Горжу Алексею Петровичу. Филев Федор Иванович. Приветственный адрес капитану третьего ранга Любченко Александру Ивановичу. Минутой молчания почтили память воинов-моряков, погибших, защищая Родину. Офицер запаса военно-морского флота Сергей Бобров поздравил братков и подготовил в подарок музыкальный номер. Моряки сделали совместное фото и торжественным маршем отправились отмечать свой праздник дальше.